Приветствую всех зрителей своего канала. Все нормально. В общем, добрался до Бодайбоя. В общем, на связь не выходил, потому что по времени там ни интернета нету, ни связи, ничего нету. В общем, был у меня там казус небольшой. Значит, подломились у меня, значит, между, как она там, Североморском и Таксимо. В общем, там такие ухабы, такая дорога, ребята. Ну, как бы не то, что там не под мою машину. Смысл в том, что груз немножко, знаете, как говорят, надо ношу брать по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот. Ну, в общем, проблемки там у меня возникли, значит, по поводу верхняя часть рессоры. Там я на пароме, когда буду ехать, я вам покажу. То есть, вот эти, как они, подрессорники. Ну, верхняя, в общем, часть. Высыпались нафиг все. Вот. Сейчас машины. Я туда между мостом и рамой вставил деревянные эти. Как их? Чопики вот эти, да? Поняли вы? Дощечки. В общем, чтобы нагрузку немножко снять с рессор. Завтра поеду выгружусь. Вот. Бафик стоит. Сейчас заехал к ребятам сюда, в Бодайбо. Вот у них здесь большая база. Вон техники там валом стоит. Ремонтной. В общем, завтра поеду, все это дело выгружу и займусь. Надо что-то придумать, заехать какие-то, не знаю, или камазовские, или газоновские. В общем, рессоры там будет время, завтра вам покажу. Вот так немножко подустал, поэтому сейчас буду отдыхать. А вам видео сейчас выложу, покажу там самой переправы. Так что все нормально. Просматривайте канал, пишите комментарии. Тут уже начинает темнеть. Вот разница во времени. Так что пишите комментарии, оставайтесь на канале. С вами Валерий. Все нормально. Так, ребята, немножко природы. Еще снег кое-где лежит. Ну, правильно. Природу не обманешь. Все грязно. Такая экосистема работает. Это не люди, клоуны. Все здесь налажено. Отрепетировано, так что если бы не люди не лезли со своими граблями в природу, то было нормально все. Ребят, идет спуск, вот подъезд к паромной переправе Бодайбо. Я не знаю, сколько он там, 16 километров или 10 километров. В общем, идет конкретный спуск. Все время вниз. В общем, потом покажу, какие у меня сегодня ЧП были. ЧП были нормальные, серьезные, блин. Сейчас подъеду, все покажу. Да, ребята, хочу я вам сказать, подъезд очень шикарный, блин. В общем, спуск. Ну, зимой, наверное, ребята ж ездят, нормально дорогу посыпают. В общем, я уже еду, блин. Уже километров 15, наверное, все вниз. Нормальный, с учетом градусов, наверное, 12-14.
ребята, подъезжаю я. Мост. Переезжаю через мост. Что за мост непонятный? Выезжаю сейчас сюда. И вот открывается бидон на паромную переправу. Сейчас пойти узнать, блин, где тут, блин, где тут, что тут, как тут, что тут. Пойду посмотрю. В общем, ребята, сейчас буду штурмовать Подайбинскую паромную переправу. Канун должен заехать. Такую задницу проехал. Неужели я тут не заеду? Блин, машина в хламе, блин. Пропахал я нормально, да? Вот, ребята, загнал я. Пофига. В общем, сейчас расскажу. Собаков нету, ничего нету, проводки нету. Ну, она нафиг не нужна. В общем, расскажу, в чем фишка. В общем, ребята, переломал я рессоры, которые идут сверху. Поняли, да? Их вообще нету, блин. Вот, которые вот эти должны идти. Там я подставил чопики деревянные. А вот все, что осталось от моих рессор. Но здесь, ребята, есть знакомые по тайпо. Надо будет выгрузиться и заняться то ли с газели, то ли еще с чего-нибудь. Кинуть эти листы. Самое главное, чтобы коренные не это. Не трогали. В общем, переправа стоит 600 рублей. Вот, нормально. Что-то тут ребята ремонтируют, у них уже тут поршневая, блин. В общем, идем на ту сторону. Ребята, река видим. Опоры под мост есть, а моста нет. Река видим. Вперед проехать на левую сторону, да, мы должны, там сейчас, прямо сейчас. Ближе к речке не пойдет, как следы, видишь, вот так вот наверх, да, а да. Потом раз отсюда можно идти. Ну, развернуться вот так, да? Да. Только не уходи вниз, смотри, там налево, то есть я там подключил, там как-то. Я понял. Все, ребята, выпался нормально. Переполз я это всю тему эту
чем немножко, блин, я машинку тут, конечно, подушатал, блин. Ну что, куда с таким весом, блин? Ребята, вес колоссальный для этих мест, тем более для этой машины, блин. В общем, поехал я сейчас, посмотрю, что там за завод. В общем, на той стороне. Подай бог. Ребята, еду на выгрузку, но уже сегодня, наверное, завод этот не работает. В общем, я реально в шоке. Ребята, асфальт. Ребята, асфальт. Неужели? Это вообще, это что это такое? Как такое может быть?